Ломаете голову над проблемой? Обычная история. Вот только ломать голову – занятие бесполезное. Проблемы нужно преодолевать или устранять. Стоп! Я не это имел в виду. Заметьте, мы сказали преодолевать, а не решать. Потому что сама по себе проблема решения не имеет. Решение может иметь только задача, которую вы можете сформулировать в связи с проблемой. И очень часто безвыходные на первый взгляд ситуации возникают именно потому, что люди думают о проблеме, вместо того, чтобы сформулировать и решать задачи. Не совсем понятно? Не беспокойтесь, сейчас все объясню. С вами YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя». Начинаем. Задачи, проблемы, что? Без паники. Давайте сразу поясним на примере. Представьте себе, что вы идете по дороге и вдруг видите перед собой стену. Стена – это проблема. Ее можно обсуждать, любоваться ею, горевать по поводу того, какой дебил ее здесь установил. Но это никак не продвинет вас дальше на вашем пути. Так и будете стоять перед этой стеной. Первым шагом к преодолению проблемы станет сформулированная вами задача. Именно от ее постановки и будет зависеть оптимальное решение. Ведь в связи с одной и той же проблемой задачи могут появиться самые разные. Например, задача – преодолеть стену, не отклоняясь от маршрута. Решение – перелезть стену. Задача – преодолеть стену с наименьшими усилиями. Решение – обойти стену. Задача – сделать так, чтобы эта проблема больше не возникала. Решение – разобрать стену. Задача – быстро устранить проблему. Решение – взорвать стену. Задача – получать удовольствие от прогулки. Решение – прогуляться вдоль стены. И получается, что эта мысль довольно простая и даже банальная. Но мы слишком часто думаем не о задачах, а о проблемах. А это занятие вгоняет в тоску и в уныние, и является контрпродуктивным. И очень часто, чем больше думаешь о проблеме, тем больше она нам кажется, тем выше она растет, пока не заслонит собой все горизонты и пути развития, лишая нас сил и воли. Все, кино не будет, электричество кончилось. Не нужно слишком концентрироваться на проблеме. Изучите ее и сформулируйте конкретные задачи, решение которой в наибольшей степени соответствует вашим устремлениям и желаниям. Если вы практичны и прагматичны, то решение найдется в большинстве случаев. На самом деле непреодолимых проблем на свете очень мало. Гораздо чаще попадаются неправильно сформулированные задачи. Ну а в одном из следующих роликов мы вам расскажем о том, как быть в тех случаях, когда решение сложной задачи поначалу никак не удается найти. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя», а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся!